В Югре отменили массовое празднование Курбан-Байрам. Духовное управление мусульман Югры приняло решение об отмене проведения религиозных обрядов, жертвоприношений, праздничной молитвы на территории религиозных культовых объектов и прилегающих территориях, а также в общественных местах. Об этом на заседании оперативного штаба региона сообщила губернатор Наталья Комарова. Напомню, в этом году один из главных мусульманских праздников отмечается 20 июля. Поручая Департаменту внутренней политики автономного округа, Департаменту общественных и внешних связей совместно с главами муниципалитетов, Управлением МВД России по автономному округу, Духовным управлением мусульман автономного округа проинформировать граждан о решении Духовного управления мусульман принять меры по обеспечению безопасности в канун праздника Курбан-Байрам 20 июля 2021 года.